Обещанного ждала 4 года. Наш телеканал уже рассказывал историю сироты Елены Слеповой, которая в ожидании собственного жилья несколько лет жила то в гараже, то в холодном сарае на 6-й дачной. Сегодня ее скитаниям пришел конец. Подробности у Анастасии Куклевой. Вот здесь вот я живу, сплю. Здесь телевизор вот смотрю. Здесь холодильник у меня. В этом сарае на 6-й дачной Елена Слепова ютилась последние полгода. Сюда женщина переехала из соседнего гаража, куда 4 года назад ее пустили добрые люди. Если бы не они, говорит Елена, жить пришлось бы на улице. Хотя так и вышло. В гараже условия для жизни были далеко не человеческие. И там я загородку делала, чтобы потеплее было. Вот. Загородку делала. Но там очень холодно, там железные ворота, и тем более во все эти дырки, сосульки висели, крыша вся худая, стекло оттуда. На улице Елена оказалась еще в далекие 90-е годы, когда выпустилась из детского дома. Оказалось, что социальные педагоги интерната не подали сведений, чтобы сироту поставили на очередь на жилье. В итоге было упущено время. По законодательству, если сирота не встал в очередь на получение жилья до 23 лет, то все права на льготную квартиру теряются. Якобы это доказывает, что у человека уже есть жилье, например, досталось от родственников или опекунов. Елене удалось доказать, что в ее случае это правило не работает. И 2 года назад сирота все-таки попала в списки на получение жилья. Когда мы узнали о данной гражданке, узнали о ее категории, специалисты министерства начали процессом заниматься, формировали пакеты документов, признаки нуждаемости, объявились аукцион, началось строительство дома. Сегодня, к нашему большой радости, у нас есть такая возможность разыграть квартиру и предоставить ей квартиру в этом доме, чтобы она уже спокойно, хорошо, комфортно проживала в хороших условиях. Слепова Елена Анатольевна. Дом 7, квартира 116, 31,70. Этой жеребьевки Елена Слепова ждала почти 20 лет. Теперь она больше не гаражная сирота, а обладательница собственного жилья в новом микрорайоне Солнечный 2. После жеребьевки Елена отправляется смотреть свою новенькую жилплощадь. Вау! Хорошая квартира. В новой квартире на 3-м этаже есть все, о чем Елена мечтала еще в стенах детского дома. Вообще-то мне все понравилось, как говорится, все. И побольше туалет там побольше. А то есть маленький, неудобно поставить это стиральную машинку. Это тоже плохо. А здесь побольше. И кухня хорошая, побольше. Хорошо, и зал там хорошо, и с балконом тем более хорошо. Осмотрев квартиру, можно устроить и долгожданное новоселье. Разделить с ней эту радость пришли те, кто все эти годы был рядом. Вот только своих питомцев в новое жилье Елена не привезла. Но говорит, обязательно в ближайшие дни запустит туда свою кошку. Анастасия Куклева, Дмитрий Черненков, РЕН-ТВ, Саратов.